В единственный харьковский королевский дансинг Royal. Мы заехали, чтобы выпить мохито. И здесь мы встретили 8 марта. Женских дней в году, как известно, много. Но только один считается праздником. В Royal'е сегодня открылся караоке-бар. На наш взгляд, это то, чего не хватало этому заведению. Теперь отдых стал здесь совершенно гармоничным. У нас сегодня стартовал караоке. Я считаю, это очень здорово. Здесь не хватало именно в этом районе караоке в любом случае. Сегодня-завтра мы чествуем девушек. Вот, в королевском стиле у нас много вот всяких таких штук. Приятностей, няшностей для девчонок, и яркая шоу-программа, все как всегда в лучшем, в королевском стиле, как я люблю это говорить. Мы стараемся соответствовать, думаю, будет оценено, и людей будет становиться все больше и больше и больше. Здесь очень веселая атмосфера, много людей, красивое шоу. Очень хорошо здесь настроение поднялось, и мне понравилось. Вы замужем? Нет. А вам нравятся мужчины, которые старше вас? Возраст – это не главное. Главное, чтобы человек был хороший, правильно? Я специально вас посадил, чтобы камера была чуть сверху. Вы понимаете? Чтобы... А что вы пьете сегодня? Шампанское. Да, правильно. Это праздничный напиток. По праздникам пьют шампанское, правильно? Правильно, потому что международный женский день. Ты же знала, что проект кастинга – такая провокация, в общем-то, конечно. Да? Что это шоу, что это дурь какая-то, и тем не менее пришла в нем участвовать. То есть ты любишь эксперименты, любишь риск какой-то, да? Я люблю провокации. Выступление было провокационным, если бы все удалось, вы бы услышали. Я себе хочу такую в машину тоже. Какую хочешь? Скажи мне, вот эту или вот эту? Забирай. Красную. А кому ты будешь ее отдавать? Я буду сам ей пользоваться, послушай. Значит, что сейчас отдавать? Она будет греть меня вот холодными зимними вечерами. Вот, мне вот это нравится. Все, тогда мы тебе ее отдаем тогда. Является ли подарком девушки, например, стихи, которые молодой человек написал сам? Конечно, безусловно, если девушка любит этого молодого человека и испытывает хоть какие-то чувства к нему, если она питает романтику, безусловно, ей будет очень приятно получить такой подарок от молодого человека. А вы откуда такая красивая? Я с Марокко. Да. Я мечтаю побывать в Марокко. Давайте, добро пожаловать. Какой у вас самый красивый город? У нас? Но я люблю мой город, называется Таза.